Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Не за горами Хэллоуин, и поэтому для вас в этом уроке я подготовил дождь из таких вот падающих тыков, тыквы, которые делают на Хэллоуин. Он подойдет в качестве бэкграунда. Сейчас вы видите, как это все происходит. Падают тыквы, потом они исчезают, и потом их становится все больше и больше. Вот такой вот необычный, симпатичный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим, как настроить данный виджет. Из библиотеки, как обычно, я виджет перетаскиваю на холст. Он сразу встает по ширине в 100%. Можно уменьшать за ползунки область, там, где будут падать тыквы. И самое интересное, что в настройках вы можете выбрать файл, какую-то картинку в качестве дождя. То есть не обязательно, чтобы падали тыквы. Здесь это самое первое — добавить файл. Из компьютера вы можете выбрать любую картинку, которую вы хотите использовать в качестве падающих элементов сверху вниз. Также, когда вы скачаете виджет, я приложу вот эту маленькую иконку 24×24 пикселя в формате PNG вместе с виджетом. Значит, я с компьютера выбираю ее и нажимаю «Открыть». Картинка загружается в Muse. Здесь также видно название данной картинки. А дальше идет ширина и высота данной картинки. Если у вас картинка будет другая, обязательно укажите здесь ее параметры. Дальше у нас идет настройки прозрачности, opacity. В принципе, можно оставить как есть, минимально можно поставить 100. Speed в миллисекундах – это скорость падения ваших элементов, в данном случае вот этих вот тыков. Вот, в принципе, и все настройки. Этот виджет располагается там, где нужно вам использовать его в качестве бэкграунда. И также за нижний ползунок можно определить высоту. То есть это та область, где будут видны вот эти падающие элементы. Ну и давайте посмотрим в браузере, все ли у нас получается. Вот начали падать тыквы. У нас все получилось. С наступающим вас Хэллоуином! Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!